Здравствуйте, эфир ТСВ продолжают новости. В студии работает Алена Чернявская. Сегодня днем в Днестре утонула 39-летняя женщина. Трагедия случилась в районе солдатского пляжа в Тирасполе. Компания из 4 человек выпивала на берегу реки, потом решили искупаться. Женщину унесло течением на глубину. Выпившие друзья пытались ей помочь. Рядом были другие люди, они вызвали экстренные службы. Когда женщину достали из воды, она была уже мертва. Дома у нее осталось 2 детей и пожилая мать. Милиция напоминает, купание в Днестре пока запрещено, тем более на диких пляжах, где нет спасателей.